19 мая в Стерлитамаке под девизом «Испытай себя» состоится юбилейная 5-я майская прогулка. Это мероприятие, созданное для привлечения людей к активным видам досуга, пропаганды здорового отдыха и просто ради того, чтобы помочь человеку сделать решительный шаг к жизни без вредных привычек. В майской прогулке могут принять участие все желающие. Напомним, что первая прогулка в Стерлитамаке состоялась в 2015 году. Тогда в акции приняло участие 187 человек. Впервые я услышала о майской прогулке в 2017 году, и уже в 2018 пошла сама, пробовала весь маршрут и прошла его, а в этом году решила быть волонтером. Я пошла с одноклассницей, и нам очень сильно понравилось. Мы загорелись желанием еще больше ходить, гулять по нашему городу, узнавать много новых мест, и именно поэтому я решила помогать и продолжать участвовать в этом. В этом году будет юбилейная 5-я майская прогулка. Участие могут принять все желающие. У нас будут сделаны маршруты семейные, как и всегда это было. Дети могут прийти с родителями. Также будет маршрут для людей с ограниченными возможностями. В этом году мы решили отказаться от веломаршрута. И еще один момент, что майская прогулка в этом году состоится вечером. Не будет баннера и карт, так как мы решили все-таки экологично провести мероприятие. Маршруты майской прогулки 2019 будут отличаться от тех, что были предложены участникам прошлых лет. Маршрут будет у нас пролегать по центральным улицам, потому что, в принципе, у нас этого до этого не было. Будет, как я уже сказал, концерт в конце. На нем будут выступать у нас различные танцевальные коллективы, будут певцы, музыканты и приедут также музыканты, которые в ВКонтакте популярны, так скажем. Это будет Айнур, у него был хит «Почему так больно». Главная цель данного мероприятия – это мотивация людей к ведению здорового образа жизни. Потому что на данный момент люди стали засиживаться, и, соответственно, мы просто мотивируем людей гулять, двигаться. Стоит отметить, что традиционно каждый участник майской прогулки, прошедший заданный маршрут, на финише получит своеобразный орден – знак победителя. Старт состоится на площадке Сити Молла в 18:00. Подробности об акции можно узнать в официальной группе во ВКонтакте под названием «Майская прогулка 2019 Стерлитамак». Приглашаем вас принять участие в «Майской прогулке 2019» и испытать себя